В селе Новокотовск прошел забег для спортсменов и любителей. Бежали разные дистанции от полукилометра до полумарафона. Наша коллега Ольга Ворончихина впервые пробежала полумарафон и стала первой в своей категории. Старт забегу дали в Новокотовске Слободейского района. Полсотни участников бежали до села Фрунзе и обратно. Вот как на карте выглядел маршрут. Некоторые на забег приехали из Молдовы, бежали с детьми и целыми семьями. А вот как выглядел старт нашей коллеги. Оля Ворончихина бегом занимается несколько лет. До сих пор пробегала максимум 12 километров. 21 километр пробежала за 2 часа 5 минут. После полумарафона девушка опубликовала в своем инстаграм видео под названием «Как пробежать 21 километр и не умереть». Думаю ли я о том, чтобы бежать марафон? Пока нет, потому что вот погода вчера была просто ужасная, этот ветер сносил меня с ног, и все, о чем я думала, это что я не хочу бежать больше. Я вот добежала эти 21, я горжусь собой, и мама гордится мной, и мои друзья, они все в шоке, что я смогла. Среди финишировавших был и 76-летний любитель бега Валерий Харченко. Его хорошо знают как постоянного участника забегов. На этот раз он пробежал 10 километров. После забега участников наградили грамотами, медалями и накормили замой.